Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, и вот на ночь глядя решил сыграть Бравл Старс. И у нас новый сезон. Воу-воу-воу. Что он себе позволяет? Это что сейчас такое было? Это новый персонаж, друзья мои, введен в игру? Или что это сейчас? Что это было? Для игрока. Ну, Спанч Боб. Наверное, это, ребята, новый персонаж. Или скин. Ладно, мы посмотрим. В игре наверняка уже кто-нибудь его приобрел. Уже кто-нибудь получил его, скорее всего. И я буду лицезреть его. Так, а сейчас мне интересно знать, что у нас тут есть... плане тут закрыто. Так, выиграйте 5 боев бойцом Пэм, Бас или Гриф. И это все? А можно обновить хоть пару квестов-то? Что это тут? Ну вот нормально. А здесь? Блин, столкновение. Не хочу, ребят. Да дрен-матрен, режим дуэли. Короче, пойдем с тобой в нокаут и возьмем с тобой Пэм. Пэм в нокаут. Такая себе перспективка, мне кажется, друзья мои. Так, где Пэм? Пэм. Она и не прокачанная, и не шиша у нас вообще. Ну, басос полный. Ну, хотя бы так, ребят. И брать ее ловли медуз. Тройное столкновение. Это как так? Втроем, что ли, надо драться? А что за ловля медуз? Ребят, я хочу посмотреть, что за ловля медуз. 5 минут спустя. Это как они в мультиках обычно. А, найдено игроков 6 из 6. Подожди-ка. Ловля медуз. Это типа, наверное, что-то как самоцветы? Блин, не знаю. Сейчас посмотрим. Ох ты, гад. Готов. А где медузы-то? А, вон они появились. Да как у него, гада, вот две, блин. Меня подвели все-таки. Ребят, нам еще нужно, получается, 3 медузы найти. И, в принципе, победа будет за нами. Последнюю медузу. Или что мы должны сделать? Ну вот, я собрал медузу. Хм, 29 медуз. Но Фрэнк тут красавчик. Красавчик тут. Я всего одного уничтожил, друзья. А бонус за первую победу. $100. Подожди, $100. А, Красти Крабс. А что такое Красти Крабс? Акция. Супер акция. Я понял.
Внутри временное усиление. И плюс подарок. Бравл кто? После небольшой задержки при использовании основной атаки с неба падает ананас, который наносит урон. Набросок ананаса. Действует еще 27 дней. Действует тут на этих персонажей. Доступно в режиме Боба. Ага. В режиме Боба. Ну понятно, 100 сил, что тут еще можно ожидать? Ну не знаю, ребят, ловли медуз, ну что-то как-то не знаю. Мне просто вы посоветовали, ну кто-то там посоветовал в комментариях, Рэй, началась там ловля медуз, зайди, шикарно, ну что шикарного? Ну давай попробуем еще сыграть. Если бы вот эти персонажи были бы, это было бы круто. Модификаторы. У меня нету такого модификатора, друзья. Погнали. Нам просто сейчас надо будет вон медуза. Надо ее пойти забрать. Так. Ну да, это что-то, ребята, похоже на кристаллы. Они также выравнивают медуз. Также мы с тобой их подбираем. Все так же, все как с кристаллами. Та же самая замутка. Та же самая замутка, ребят. Угу. Так, А больше почему-то ничего не дают. Вот они дали $10 за это. И больше не дают никаких наград. Почему-то. Так, в нокаут я пойду. Блин, в нокауте, прикинь. А он есть у меня нокаут? Есть. Ну как я буду здесь пэм... спэм играть, я ума не приложу. В нокауте. Спэм. Да. Би, ты идешь? Ну что, прижучим ее? Ну, тут хорошо получилось. А главное, что тихо. Без пыли и шума. А я пойду сюда. Так, Пэм и Динамайк. Хлыщ. Убежать захотел от меня. Не удалось. Так, выиграть будет 3 раза. 3 раза, 8 раз и 5 раз.
Поехали дальше. У нас... Ой, подожди, а... Я какой режим взял? А, все норм. Все норм. Биби... Ну, не знаю, ребят, посмотрим. Немножечко подлагивает, ребята. Это лишь из-за того, что у меня сейчас в данный момент три игрушки рендерится, ребята. Это из-за рендеринга. Поэтому не обращайте внимания. Бо засветился. Ну, да господи. Да как так-то? Он один? Он один. Сейчас будут мозги компенсировать. Готов. По красоте я его прижучил, на самом-то деле. Так, бомбочки выложил. Есть. Нахлобучили, хмырёныша. Допрыгался там. Да, я даже ни одного не уничтожил, ребят. Ну, зато я получил 13 уровень. Так, я получу... Да, по идее, должен получить... билет. О, еще 100 кредитов, ребята. Итого 1520. Потом идет звезда, плюс 1000 монет. Красти Крабс. 160 долларов. А что тут можно? Ну, накопить... Ну, я понял, ребята. В общем... Ну, да. Просто копить. И это, я так понимаю... Основная атака оставляет след из пузырьков, который наносит урон, если враги наступят на нее. Я понял. Ну, такое себе, ребят, событие. Красти Крабс. Красти Крабс плюс... О, давно я этого не видел. Так, ну, блин. Не знаю, Пэм здесь, наверное, как-то будет не особо. Скьюзи этот, как это, смузи, скьюзи, я не знаю, как его величать. Бомбит он шикарный. А, это Барли. К нему надо подойти как-то. Все сидят в кустах. У нас грохнули одного, идиот, блин. Ну и что, мы тут будем стоять до посинения, что ли? Ну давай! Смотри, смотри. Не успел чуть-чуть. Ай-яй-яй-яй. Этот придурочный, кто там был-то? Вот этот вот, Барли или как его там? Сдох раньше времени, блин. Черт, мне здорово. Я сгорел, ребят. Да нет, команда дерьма, блин. Полная. Да
Как их звать-то? Сквиджи? Сдавайся, там бесполезно. Сейчас просто тебя забросают. И еще делает. Да-да, твои, а твои бабочки как раз-то не проходят, к сожалению. А он, видишь, подкидывает как. Вот это плохо. Это было плохо. Причем, не знаю, команда у них, если честно, говнарей на самом деле. И ее можно было бы вообще на изи разобрать. Почему не получилось? Потому что у нас кривые руки. Поэтому не получилось. И еще вот это вот немножко подтормаживание меня, если честно говоря, очень сильно выбешивает. Прям чувствуется, как вот игра как будто как с натяжечкой идет. Так правильно, Adobe Premiere сколько жрет ресурсов, ребят, на рендеринге? Там пипец, блин. 30-40 гигов оперативы только жрет под себя. Пойду-ка я, наверное, сюда схожу. Сходил. Да, ребят. Понятно. Мы еще и в меньшинстве играли. Нет, парень, тут уже не получится. Пол игры проспал. Придурок, блин. Короче, у нас Леон, смотрю, здесь любитель, да, пока пошится. А я что, один? Понятно все, ребят. Что я могу сказать? Идиоты они, в Африке идиоты. Понятно. Чмошники, что я могу сказать еще? Ребят, просто чмошники. Так, у меня там не обязательно даже ПМ. Обязательно, блин, ПМ. Команда криворуких. Булы там всякие, тормоза. Ой, ё-моё. Ну и чё? Наша команда, блин. Сейчас будет отгребать, по ходу дела. Ну, у них такая же команда, как у меня до этого была. Для криворуких, блин, жопоглотов. Один в один. Двоих, один. Нормально. Смотри, смотри, как получилось. Да. Так, а это означает, что еще один билетик у нас будет в кармане. М-папу. О-о-о. Фига себе, 6 билетиков. Так, сотка, 1000. Пятьдесят силы. Так, а по заданию, по-моему, еще же там нужно, да? Да, нам нужно нанести урон. И выиграй 8 боев. И выиграй в ранговом. Блин, чё, Пэм? Пойдем, блин, не в нокаут мы с тобой, а... Ловлю медуз. Модификаторы, блин, у меня... А как его поставить? Я, кстати, не видел, ребят. Пойдем, моя чуть. А это кто? А, это мышка. Я что, один, что ли, остался? Я пойму. Фига там. Смотри, у него какой модификатор, ребята. Выстрел имеет.
Оставляет после себя урон. Они уже с модификаторами полными работают. Играют. Я так понимаю, мы отстаем, да? В плане медуз. Проиграли. Хотя вроде так шло все хорошо, но проиграли, друзья. Что-то я вообще одного такого уничтожил. Как так-то? Что это за пэм, блин, такая мне тоже? Херобора какая-то, а не пэм. Вообще слабачка. Просто слабачка, ребят. Майн Туэн попу, блин, только умеет попукать. Где... А, подожди. Лечебная турель. Каждое попадание следующей атаки ПМ отнимает 20 пунктов. Каждое попадание следующей... Заряда ПМ. Лечебная турель. ПМ дает залп, остановящий... Так. И всем союзникам в радиусе. То есть вот это усиление, оно идет только лишь на Барри и Динамайка, да, Тик. Блин, ну и мне надо все равно, видишь, за ПЭМ отыграть, ребят. Нужно нанести урон. И рад бы поменять, как говорится, персонажа, но надо добить урон. Поэтому она без модификаторов. А остальные, да, остальные там, блин, наяривают на модиках. Блин, зараза, а! Пойду заберу вот эти вот. Да, конечно. Ребят, я не понимаю этой системы. Почему? У нас 4. Мы же их бомбим. Почему? Почему противник-то побеждает? Я никак не врублюсь. Вот ты мне объясни, почему противник-то побеждает? Я не понимаю вот этого дебилизма. Противник-то побеждает. Мы столько бомбили, и он побеждает. Что за фигня-то, блин? Да как это дерьмо работает-то, извините меня? Я не понимаю. Я, блин, стреляю. Мы собираем эти, блин, осьминожки эти, как там, медузки эти. И нам не идет прибавку.
Или нужно собирать, которые появляются постоянно, а не которые выпадают из противника. Я хрен его знает, ребят. Вот серьезно говорю, я не пойму, блин. Не понимаю я. Вот сейчас у нас 11. У них 0. За что нам прибавка вот эта вот идет? Я не пойму, ребят. Победа здесь за нами. Да хоть ты убей, я так и не понял. Да я опять никого не убью. Да как так-то? Новый ранг мастерства, друзья. Пэм получила. Так, где-то тут можно, да. $750. Лечебный турель или каждое попадание отнимает 20% полного заряда боеприпасов противника. Я не знаю, наверное, так думаю, будет лучше. Хотя турелька бы тоже, наверное, была бы неплохо. Ловля медуз. Добро пожаловать так, в событие пожалуйста, помавшая больше всего диких медуз. Ну, звучит все предельно ясно. Лови медуз. Ловим этих медуз. Почему-то я ловлю, они ко мне не учитываются. Они учитываются спустя какое-то определенное количество времени. Как идет, непонятно, ребят. Это кто такой? Вжик какой-то. А, это... Нормально нас распетрушили. Меня, по крайней мере, так вообще там забомбашили, будь здоров. Ну! Мы пока идем на равных. Тут просто огнебой, ребят. Мы проигрываем. На одну медузу. Уже на много медуз. Все, ребят. Фейл, по ходу дела. Да. Я не знаю. С этим, блин, еще и продуть как-то надо было. Дебила кусок, блин, так. Хихикающий даун, блин. Всрал, просто всрал, ребята, катку. Пингвин этот недомазанный. Так. Ну что, я за ПМ сделал, походу, делал все миссии, которые у меня были. И больше у меня никого не осталось.
О, Бул. Подожди, а что у нас тут? Новый сезон. Новый сезон. Подарок какой-то. Тысячу крабсов. Угу. И так каждый день по подарочку, да? Заходишь тебе? Подарочек. Заходишь? Подарочек. Так, что там за Була надо, да? Где у меня Бул? Блин, давай не за Була, давай немножко покачаем наших ребят. Ну, вот, Колит, например, хочу. Чуть-чуть, блин. Немножечко. Самую малость. Тем более за нее там поиграл-то шиш да не шиша. Не, смотрится, конечно, прикольно. Спанч Боб, Патрик, все дела. Так, ладно. Кролангист, все дела. Так, главное не забывать, что у нее суперудар — это паровозик. Ну, туда-обратно, так скажем. А, у нас же сейчас изи будут, да, противники? Потому что я первого уровня. Вот когда он так, ребята, наверху летает, ей пофиг на все абсолютно. Ну, это было глупо с моей стороны. Так вот сейчас впендрючится туда. Ай-яй-яй, некрасиво получилось. Некрасиво, ребят. Еще и просопливили все эти. Вон она с нашими кристаллами ползет. Гадюка, 8 кристаллов. Здоровья мало. Бул прибежал, дурачок. А этот сопли свои там куда-то в сторону вообще, ребят. Куда-то свои сопли в сторону отвернул. А что это за девчонка? Это Шелли, что ли? Не могу понять. Нет, это не... Нет, ребят, это далеко не Шелли. Я всего одного убил. А, четверых. Угу. Все, ждем. Все ребята однозначно захотели сыграть еще в партию. Ну, понятное дело, что у них задание такое стоит. Попробуем. Так, ну, в принципе, тут команда... так себе. Бул добегался. Ай-ай-ай, my friend. Бул. Ай, Бул. Это хорошо сейчас было. Я попробую я сейчас Барри взять на куканчик. Взял! На куканчик. Она он летает и бомбит с воздуха еще. Вот в чем приколюха-то у нее. Это далеко не Шелли, ребят. Какой-то космический засранец. А то глюкануло что-то, пацана. Он ультой своей закидать захотел. Ай, засранец, не вышло ничего.
Ай, засрака. А этот бежит, я бегу. Ну, слушай, она чем-то напоминает все равно мне Шелли. Так, ну что, кольт у меня... О, нормально. Супер редкий, тридцатник. Друзья, тут осталось-то шиш да не шиша. Билет дадут? Навряд ли, да? Нет, дали. Дали билет, 200 опыта. Блин, сотка, как бы мне эта сотка бы... Ах, а больше не могу, ребят. Не на чем мне больше набивать, к сожалению. Да. Бул? А, 100 тысяч единиц урона булом. Ну давай. Бул так бул. Бул, раздвинь бул. Блин, гриб помойный, МЗ и Шелли. Ну давай смотреть, что получится у нас тут. Чёртовой матери, ну вот там вот не надо подставляться. Кого-то из наших щелкнули, да? А в плане ты! Странно, друзья, почему не сработал моя ульта? Он же пробивает препятствия, насколько я помню. Так, запомнили, да? Куда гриб делся? Так, у нее так до сих пор осталось 8. Надо валить ЕМЗ. Срочно. Да ёпарасете, ну взял им и добавил. Где эти-то все, блин? Да он это. Пришибленные-то наши, блин. Блин, опять они все кристаллы забрали. Да эти-то мне нахрен не нужны, блин. Что там бегаешь-то, придурочный? Да блин, ты какой-то... Опять этот в глюки меня вогнал. Пипец тупизм. Я офигею, блин. Вот тут вот вообще просто не могли двоих на... Бомба летела и ее сбили. Причем на ульте ее сбила Шелли. Им бы так бы было бы кранты, я бы просто побежал бы, забрал бы эти кристаллы и свалил бы. Не свезло. У него ульта накопилась еще, главное, прикинь. Ублюдок. Да, команда, конечно, блин, просто профи. Булл сам по себе мне не нравится, ребят. И ульта у него мне не нравится, честно тебе скажу. Ха-ха-ха, чё радуется-то, блин, придурочный?
Готов, хмырь болотный. Добегался вшивый. Ну иди сюда, блин, конфетная трущоба. Ой. Да нет! Добегался, ребята. Сам виноват. Да какого ты паршивец, блин? Да Кольта-то какого хрена ты не добежал, я не понимаю, блин. Шикарно. Ты взял меня, подбил, гадёныш. На дорожку, блин. Так. А почему мне не идет опыт за это? Неучтенка, что ли, я не пойму. Или что? А теперь можно, ребят, вообще всю любую музыку выкладывать. Авторскими правами, без авторских прав. По барабанищу абсолютно. Так, Эдгар По. Блин, Эдгар пил-пил и пингвин. Плохо. Плохо. Куда, блин, побежал, дура? Эдгар, Эдгар, ребята. Понял я. Да какого хрена тут? Эдгар, блин, не бомбануть. Ну ты чё, ты ёпрос это? Ты серьезно, блин? Я охерею просто, блин. Он не может Эдгара пробить, Бул, своим суперударом, своей ультой. Это что? Это нормально, ребят? Это пипец. Ну ты, Бул, и дрищ. Ну ты и дрищ. Я, конечно, всякое понимаю, ребят. Да как так-то, блин? Что за дебилизм, блин? Блять, вот это фуета, ребята, полнейшая, блин. Да понятно, что тут просрали. Ну как так может быть, блин? Что Бул ультой не может, не просто никого сбить не может. Вы серьезно, блин? Это что за читерство, блин? Он бежит, он даже не таранит, ребят, никого. Он как бы, он должен оглушать противника. А он их просто двигает, и они ничего не, им ничего нету, ребята. То есть они не в стане. Они продолжают меня дальше бомбить. Или я вообще ни хрена не понимаю в этом Буле, блин. В дебиле в этом. Не зря за него практически сейчас никто не играет. Он вообще сейчас не в мете, вообще. Просто отстой. Только прямая атака, блин. Даже хоть у Шелли хоть что-то есть, блин. Но это вот прыжок. Прыжок недоразвитого, блин. Да.
Ну как так-то, блин, ну... Я не понимаю, ребята, вот этого дебилизма. Он не может ни хрена сделать, ну как? Он бежит, от него все отходят, блин. То есть он не станет, я не знаю, ребят. Это ненормально, так не должно быть. Так быть не должно. С кристаллами, ребят, с кристаллами охотятся, я понял. Забиби. Не тут-то было, хлыщи. Да, какой же ты был тупой, блин. Ты просто тупой. Да ее просто чуть-чуть буквально не хватает. До 100 кредитиков. Ладно, друзья мои. На сегодня, пожалуй, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.